Что такое? Что такое? Что? Отвали со своим этим самым. Что такое? Боже. Короче, закончился антивирусник, блин. Так не кайф покупать новый. Так, ладно. Куплинов у меня на завтрак. Вот моя еда. Мне нужно добить до 45 килограмм. Удивительная вещь. Вчера я была утром 47 700, сегодня 48 300. Хотя у меня был вчера огромный марафон ходьбы просто до самой ночи. И я отжималась еще, приседала, все, короче, делала. Ну, это странно. Ну ладно, бывает, может задержка воды, может быть еще что-то, да? Вот, в общем, такой у меня завтрак. Сейчас буду хавать. А синяки на ногах до сих пор не прошли от шарков. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, ничего. В пятницу новая партия шарков и новая партия синяков. Хотя думаю, что со временем они уже не должны оставаться. В общем, всем доброе утро, доброго нового влога. Вот. Ставьте лайки сразу же. Короче, опять я жру, охеревшая морда. И у меня здесь поке с тунцом. Ух ты, ж такого красивого поке я еще не кушала. А вот я. А я ходила на собеседование, еще денег не заработала, а уже трачу. А что поделать? Решила я посетить рынок Темирник. В горизонте, в большом горизонте, нечего купить, ничего нету. Поэтому я решила прийти на рынок. Удачный день. А я только что, кстати, купила сумку. Вот. Потом покажу, какую. Мне надо еще одну, кстати, еще одну. Блин, без бровей, Ангелина. Без бровей что? И со мной? Нет лица, нет лица. Мне нужно срочно брови. Короче, на шугаринг записалась, на педикюр записалась, на брови записалась. На ресницы надо записаться. Обувной рыночек. А я, кстати, я ж платье только что купила. Потом покажу и платье, и сумку попозже. Короче, мне нужно что-то милое, повседневное, но такое, со стриночкой. Купила я два платья. Я думаю, мне хватит, потому что они, знаете, чем-то друг на друга похожи. Не знаю, чем. Кстати, я в роще и не засняла этот момент. Иду через рощу, в которой мы недалеко жили и гуляли каждый день с Толиком. Толик, привет! С Сашей, с Лилу. Я иду пешком. Вот после Темира. Господи, бедные мои ножки. Я надеюсь, что мне все это зачтется в фигуру плюсом. В смысле минусом. Похудение. Вот, уже прошла роща, нужно было поснимать. Смотрите. Фу. Коты где-то нассали. Козлы. А вот, значит, платье экономил one. Вот моя сумочка новая. Специально под платьишки. Как вам? Надо сделать только разрез чуть побольше. Вот так хотя бы чуть-чуть. Вот такое платьишко 1700. Сумка стоит 900. Вот так вот сейчас. Ну и еще одно платьишко, халат. Это мне, конечно, нравится меньше, чем то красное. Но, в принципе, можно и так ходить, правильно? Почему бы и нет? Такой халатик, да? Такой вот к бабушке поехать, так бабушка, привет, бабушка, как дела? Вот так вот все закрыть. И хорошо, да? Собаки на сале тут все-таки воняет. Вот, вот, а это стоит 1500. Сейчас вам покажу в другом свете. Вот. Похоже на то, что у меня уже есть. О, вот, о, вот, о, так не нужно делать. Не надо.
Боже, какая-то вообще бледнокожая. Без бровей, потому что. Можно его так делать, да? Нет, так лучше тоже не делать. Так уже что-то странное. В общем, вот так вот. А я какого черта потолстела снова на 1,5 килограмма почти. Просто за день. Привет. Я трудяжка еще та. Сегодня я убираю гостиницу, скажем. Так, один этаж я убрала. И еще осталось два. Уборка, короче. После тяжелого трудового раннего-раннего утра взяла кофеек себе холодненький. Всего лишь 150 рублей. 150 рублей? Что? Отвыкла уже от таких цен, конечно. Могу себе позволить просто за 300. В общем, вот на этом месте, вот здесь я сидела. Когда была подростком, мне было лет 15. И на этом месте мы сидели с другими ребятами моего возраста. Что мы делали? Мы ничего не делали, хернёй страдали. Сигареты курили, бывало, и, может быть, там баночку пива на пятерых. Мы совсем были малые, там, 15-летние. Блин, не обращайте внимания на мою брови, скоро я их сделаю, совсем скоро. Сегодня пятница, я их сделаю в воскресенье. И сегодня ещё работала, проснулась в 3. Даже раньше, в 2:40 собралась, поехала в 4 на работу, работала 5 с половиной часов, заработала 2700. Поехала на работу на такси, 200 рублей на такси, ну не суть. Короче, 2 с половиной чистыми за 5 с половиной часов работы. Ну, устала я, конечно, руки мои сухие, просто жесть. Да, что-то палец кривой какой-то. Ну, знаете, денежка как бы, ну, зарабатывается не просто. Все в этой жизни просто не дается, понимаете? Поэтому не спрашивайте у меня, откуда у меня деньги, бухать, что-то покупать. Я зарабатываю, ребята, я зарабатываю. Из плохого. Короче, 3 дня назад я весила 47,700. Да, 47 килограмм, 700 грамм. Было просто чудное счастье для меня. Но какого-то черта вчера я стала весить снова 49. И сегодня утром проснулась, весы мне такие, а 49? Я говорю, а как же 49? Подожди, я вот поспала. Должно хотя бы пару грамм сбросить, хотя бы пару 100, 200, 300. Короче, перенесла весы в другую сторону, и они мне все-таки показали, что 48 650, так уж и быть. Нужно 45. Поэтому я сегодня буду на кофе, понимаете? Утром, конечно, я обожралась как следует перед вот этой шабашкой работой. Ну как следует? Я съела 2 кусочка запеканки и пару кусочков сыра. Вам интересно, что я вам рассказываю, нет? Надо, знаете что, как-нибудь накраситься, нарядиться и показать себя при параде. Потому что я всегда в своих видео как бомжиха немытая. Последняя, обоссанная. Такая вся неухоженная и все такое. В общем, такие дела, сижу, чилю. Сейчас кофеечек допью, да, и потихонечку на автобус и домой. Посплю, а вечером могу себе позволить душ Шарко снова. Кстати, очень действенно, очень действенно. Реально, ну, я не хочу тут вставлять свою жопу до-после, но я вам отвечаю. Два только души Шарко мою жопу преобразили конкретно. Прикиньте, да, это больно, да, синяки по всем ногам, да, летом хожу как дебил, вся в синяках. Но ничего, они пройдут, зато круглая попа. И сделаю таких 10, а еще мне массаж спины. Ну, я же говорю, могу себе позволить. Сначала уборщица работаю, а потом хожу в спа, как клиент. Да, там, экспрессу себе закажу, и буду делать мне массажки, я буду там потихонечку попивать. Вот так. Что вы обо мне думаете, скажите?